интересно. Это очень странно, я же никого не жду. О, привет, милый, я же тебя сегодня не ждала. Привет, дорогая. У меня есть для тебя просто прекрасная новость. О, я уже вся заинтригована, но какая? Я приготовила тебе сюрприз, и я приглашаю тебя на свидание. Вау, на свидание, круто! Ты согласна? Ну, конечно, я согласна. Спасибо, милый. А куда? А куда мы пойдем? Милый, расскажи, куда же мы пойдем? Но я же сказал, это сюрприз. Так что мы пойдем? Конечно! Ну, конечно, пойдем. Ну что ж, тогда собирайся. Да, милый, хорошо, но мне собираться нужно 10-40 минут. Хорошо, милая, я готов подождать. Ради такого места, думаю, я бы и 2 часа готова была тебя подождать. Боже, ты меня уже заинтриговал, но что там за место такое? Все, скоро узнаешь. Хорошо, ну я пошла собираться. Ага, дорогая, тогда я тебя жду. Хорошо, милый, я пойду выйду. Иди. Мне не терпится узнать, на куда же мы пойдем. Ладно, тогда пойду собираться. Нужно подобрать самый красивый наряд. Ну что ж, сейчас я этим и займусь. Что ж, ноутбук, ты мне пока не нужен. У меня есть дела поважнее какого-то дурацкого ноутбука. То, что там у меня есть. Готова. Милый, я все. Ой, уже иду. О, боже, какая ты красивая. Спасибо, милый, для тебя старалась. Я очень рад, что ты у меня такая красавица. Спасибо. Ну все, пойдем. Да, конечно, пошли. Пойдем, нас ждет замечательное место. Я даже не сомневаюсь. Пойдем скорее. Пойдем. Пойдем, дорогая, пойдем. Я уже иду, иду. Пойдем, милая. Вау, как здесь круто. Я не стал приглашать тебя в ресторан, а решил сделать свидание нашим на природе. Круто, ну я очень рада. Пойдем скорей. Дорогая, здесь красиво, конечно, красиво, природа моя любимая. Боже, какая ты у меня красивая. Спасибо, Дэйв, ты у меня тоже красивая, я тебя тоже очень люблю.
Ну как тебе, милое, наше свидание? Дорогой, это очень необычно. Я даже не думала, что ты пригласишь меня в такое классное место на природе. Думала, мы пойдем в ресторан или в кафе, как обычно, но я решила сделать что-то экстраординарное. Я знаю, ты умнее любишь это делать. Конечно. Боже, мне так с тобой хорошо. Да, дорогая, не то слово. Ведь мы все грязные, пыльные, но с милым раевшего шею я готова постоянно ходить на такие свидания. Мне это очень нравится. Я тоже так тебя люблю, моя красавица.